Сегодня была команда, которая играла на результат. Очень сложно было. Ростов всегда очень-очень хорошо обороняется. У них в этом плане поставлена игра. Был непростой матч. Все такие ударные зоны футболисты Ростова, они блокируют. Они середину поля очень хорошо насыщают. Не хватало быстрых перемещений мяча, не хватало скорости, не хватало, на мой взгляд, риска внутри штрафной площади. Но на это и обратили внимание. А то, что касается этого гола, ребята молодцы. Разыграли стандартные положения. То, которое мы планировали, можно так сказать. Потому что прямые подачи с углового, ну, Ростов очень хорошо играет в воздухе и практически все выигрывает. После такого поражения, которое с Амкаром, не просто такую приобрести стабильность, уверенность, но они молодцы, ведь Ростов ни одного момента он не имел, ни одного шанса. Сейчас все начинается опять заново. Все начинается заново, и главное то, что игроки восстановились после такого тяжелого поражения.